Совсем скоро в предгорьях Алтая зацветет моральник, однако желающим срезать веточку для продажи или украшения своего дома придется заплатить штраф до 5000 рублей. В ближайший месяц с потеплением в предгорье Алтая съедутся десятки тысяч туристов, чтобы полюбоваться цветением алтайской сакуры, так еще называют моральник. Это растение под угрозой уничтожения, поэтому находится в Красной книге края. Добавим, праздник цветения моральника стал своего рода визитной карточкой нашего региона. Он проходит в начале мая и дает официальный старт летнему туристическому сезону.